Впрочем, для уклонения от налогов не обязательно офшоры. Вам может, например, банально повезти в азартных играх. Такую схему недавно протестировал главный радикал нашей страны Олег Лешко. На этой неделе он снова внес изменения в свою электронную декларацию. Фартовый нардеп, помимо трехкратного выигрыша на ставках футбольных матчей, добавил туда еще 89 тысяч гривен банковских процентов. Эти деньги главный радикал получил благодаря вкладам в Ощадбанке. Ранее заявление Лешко о выигрыше 570 тысяч гривен в лотерею вызвало общественный резонанс, уж слишком похоже на банальную попытку отмыть деньги. Антикоррупционные органы и на ПК, и на БУ обещали разобраться с депутатом и проверить легальность его выигрыша в лотерею.